Ну, сегодня у нас тренировочка предновогодний характер. Дети, родители, поиграть, повеселиться, получить позитивные эмоции и в хорошем настроении встретить Новый год и войти в следующий. Посмотрим, как все это пройдет. Я уверен, что пройдет все. С удовольствием. Всем добрый вечер. Еще раз кого не видел. Значит, сегодня у нас тренировка носит такой предновогодний характер. Основная задача — получить положительные эмоции, получить позитив. Тренировка будет состоять из двух частей. Вначале мы немножко разомнемся, чуть-чуть поучаствуют родители, почувствуют. Со стороны вроде кажется, что это просто. Ну, попробуйте на деле немножко подвигаться. Ребятам тоже стараться максимально проявить себя. И в конце у нас супер матч. Дети-родители. Значит, две команды. Ваш туда идет. На мячи. Родители здесь. У вас задача своровать вот эти мячи. Вы, соответственно, их обороняете. Кому осалили, тот возвращается назад. Пожалуйста, привет всей команде. Команде родителей наш привет. Привет, привет, привет! Команде молокососов наш физкульт. Привет, привет, привет! Отлично. Так, разыграли. Валь, капитаны. Команде стартов. А свисток в руке. Выбирайте начало боя. На 6. Все, выбирай, ладно. Ваш мяч, ваш начало. Вот эти вот против солнца. В одно касание, да, пас и удар. По-другому голы не считаются, вам как угодно. Спасибо! Спасибо, ребята! Подарки! Перчатки подписать их нужно будет. Это наш клубный, ребят. Вы подпишите, чтобы не... Это клубные перчатки. Класс! Да. Миш, тебе Мишань там в подарок. Мишань. Сейчас со мной пойдешь. А, и фото быстро сейчас коллективное сделаем. Что говорят сейчас? Ура! Ну что, не покричите? Кто чемпион? Команда! Команда!